Вы заработали миллион. Ладно. У вас капитализация миллион. Хорошо. У кого-то капитализация 500 миллионов. У кого-то рублей, у кого-то и долларов. Ладно. И вот здесь, где эта черта, эта грань, когда человек говорит «достаточно». Сложная тема. Я здесь скажу несколько слов, именно процитировав имама Аш-Шафии. «Ра'айту аль-канаата ра'сул-гина». «Ра'айту аль-канаата ра'сул-гина». Я увидел, что канаа, то есть достаточно, быть довольным тем, что есть, это самое главное в богатстве. Здесь имам Шафии не хочет сказать о том, что не нужно стремиться к чему-то большему. Нет. Просто неважно, у тебя сбережения 1000 рублей, 1000 долларов, 1 000 000 рублей, 1 000 000 долларов. Неважно, ты на каждом из этих этапов можешь быть счастлив, очень благодарен Всевышнему, очень хорошо спать, потому что у тебя есть канаа, ты доволен имеющимся всей своей сутью, а потому на самом деле богат.